выходные дни температура в пределах от 0 до минус 5 градусов, суббота в Новгородской и Псковской областях снежно, а в Калининградской области почти весна до плюс 6 и небольшие дожди. Суббота в Ярославской и Костромской областях снег, местами сильный, 17 метров в секунду с метелью. В Тверской области гололед. В Ивановской, во Владимирской и Калужской областях ожидаются небольшие осадки. Утром с туманом, ночью мороз до минус 17 градусов. Днем от минус 3 до минус 10. В Смоленской области оттепель до минус 1. Влияние Атлантики также сказывается и на север. Там морозы небольшие. В выходные такая аномалия сохранится. Температура днем 0-5. Холоднее в Мурманской области. На юге и северо-востоке Коми мороз от минус 4 до минус 11. В Ненецком округе ветер достигает штормовых значений. В ближайшие сутки метель не прекратится, порывы ветра до 24 метров в секунду. В воскресенье температура понизится, днем столбики термометров опустятся. Только его мощность 1200 мегаватт, это на 200 больше, чем давал прежний блок, который был остановлен почти полгода назад, после 45 лет работы. Загляните в директорскую к Антонине Петровне. Хорошо. Нет, Тамара. Ольга Петровна в больнице. Генка со спиной слег. Ты просто сидишь и смотришь за порядком. И все. Больше ничего.
Как Вадим себя чувствует? Так же. Кофточка хорошая. Шерсть. Тамара, мы поможем. Назад оттянулся, бросаешь. Вот они начали все так делать. Показываем, что получается. Адрес Бахашева. Да. Это сосед. Да. А Бахашева улица Ткачева? Бахашева.